И снова в эфире на телеканале «Самара ГИС» 26 ноября в 18:15 программа «О животных хочу домой». Вы увидите счастливую историю одной собаки из приюта, видеовизитки о собаках и кошках, которым нужен новый дом и хорошие хозяева. И главная тема – разговор в студии с гостями программы, директором приюта «Хати» Еленой Боритенко и специалистом по отлову бродячих собак Антоном Лазновым. Смотрите программу «Хочу домой» на телеканале «Самара ГИС» 26 ноября в 18:15.